Меня зовут Сергей. Я репортер международного агентства РИА Новости. Сегодня обычный день. Работаю на крупном и знаменитом авиакосмическом шоу. Здесь есть о чем написать и что показать. О, тут серьезная охрана. Он просит меня предъявить документы. Кто я? Я журналист. Универсальный журналист. Я должен показать все, что у меня в рюкзаке. Это не просто рюкзак, это мультимедийный кит. Здесь все, чтобы я мог снять, смонтировать и оперативно передать видео и фотоматериалы. Это Биган, устройство для оперативной передачи материалов в редакцию. Это видеокамера, на нее можно снимать и видео, и фото. Мой лэптоп. На нем я пишу тексты, обрабатываю фото и монтирую видео. Это бутерброд. Мама всегда старается засунуть мне в рюкзак что-нибудь лишнее. И еще здесь микрофон, штатив, зарядки и много других полезных вещей. Я уточняю задание. Редакторы инфографики просят дополнительные детали по плану местности. Конечно, я бы мог снять объекты так, но проще сканировать карту салона, которую я взял у организаторов. Универсальный журналист должен принимать рациональные решения. Кстати, даже если у вас нет мультимедийного рюкзака, вы можете поступить как наши пользователи – снять фото или видео на мобильный телефон. Но сегодня запланированные события я снимаю на профессиональную камеру. Теперь новость о полетах Суперджета мы дадим раньше всех не только в тексте, но и как фоторепортаж. Через 20 минут материал на сайте и в мультимедийной ленте. После того, как я передал тексты и фотографии, у меня есть полчаса на дополнительные съемки и монтаж видео. Кстати, я не сразу научился снимать быстро движущиеся объекты. Я монтирую и передаю видео прямо с летного поля. На свежем воздухе мамин бутерброд очень в тему. Есть контакт. Просто супер. Через 20 минут пользователи увидят сюжет на сайте. Некоторые смотрят наш сайт прямо здесь. Смешно, но мне нравится. Осталось еще несколько важных дел. В агентстве идет пресс-конференция по первым итогам авиашоу. Мне нужно вывести в режиме телемоста одного из ньюзмейкеров. Эта картинка уже идет в эфир, в студию, где тоже собрались коллеги-журналисты. Мой гость комментирует полеты французских и итальянских групп. У инфографиков уже готова 3D-схема полетов с фрагментами моего видео. Пользователи очень любят такой формат. А мне остается выверить мультискрипт. Это особый жанр мультимедиа. Видеоистория, в которой можно выбрать любой фрагмент и почитать описание к ней. В Москве на инфоэкранах тоже появился мой репортаж. В магазинах, аэропортах и на улицах. Даже наш флеш-художник вдохновился моими репортажами. В редакции видео и тексты переведены и озвучены на 14 языков. Коллеги довольны. Продюсер Лана звонит с отличной новостью. Пользователи смотрят мои материалы с интенсивностью в 243 обращения в минуту. Мы, кстати, давно поняли, чем больше мультимедиа, тем дольше времени проведет пользователь на сайте. Это моя работа. И мне она нравится.